полный в роковой полет. Ветер войны в небесах. Dungeon Master. Приветствую всех! Сегодня мы продолжаем серию «Каточек дня» в рамках раннего доступа к натиску драконов. Поэтому что? Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да. Так вот, сегодня у нас Роган на Голокронзе. Очень прикольный архетип. Как и все, в принципе, архетипы через Голокронд. Они прям реально, ну, на них интересно играть, потому что что-то новое, что-то невиданное. И реально так ощущается. Единственное, что в видосе под акулой боевой клич Голокронда не работал, потому что там как бы от существ, а Голокронд как бы вот карта героя, поэтому его боевой клич с акулой не комбится. Это было как-то на самом деле даже немножко странновато, но вот так оно работает. Дрожеглот, например, играет его боевые кличи, а вот акула два раза его боевые кличи не триггерит. Но зато очень прикольная у него абилка, то он каждый раз дает себе прихвостня, и это прям очень круто помогает. Но на самом деле в этой колоде, которую мы будем играть, там весь прикол в карте, которая дает три монетки. Она прям вот супер крутая. Там будет момент, когда я сыграю ее под акулой, и это вообще просто бомба. В общем, не буду много спойлерить, приятного просмотра. Завтра ждите новый видос уже по другой колоде. У нас Голокронд Роган. Балдеж. Ой, я только вчера смотрел арт этой карты. Если вы взывали дважды, вы кладете в руку три монетки. Три монетки, три манула. Взывай, носит урон персонажу с полным здоровьем, вы взываете Голокронду. Окей, оставим. Тройка, ну это, наверное, я думаю, можно скинуть. Хотя можно оставить, потом по темпу сыграть. Ладно, давай, может быть, нароляем какой-нибудь первый дроп нормальный. Блин, ну жрец на Голокронде, это вообще какая-то имба окажется. Тройка в лицо бьет. Типа фуловые статы. Вот чем Голокронд Прист хорош, у него есть вот такой первый дроп. Это, конечно, вообще. Это его на голову выше, конечно, делает, чем остальные. Классная, кстати, рука. Угу. Давай, начнем. А почему Роган... А, я Рогу ж не менял, правильно. Потому что там пиратская рога, она как-то пососная. Вы взываете к подкрутке. Прихвостим. Я сначала не понял, почему эти самые буквы появляются раньше. Ну хорошо, он похилит карту. У меня есть, кстати, шанс поставить авантюриста. Нет, он играет что-то с монетки. Я могу вот эту тему сыграть. А он мне дает прихвостня, правильно? Добро, да. Добро. Мир очищается от скверны. Найс. Сейчас можно будет уже еще раз взять призвать, и потом уже сыграть с три монетки. Три монетки скомбить вот с этим. Понял. Понял, принял. Натиск. Ну, у него натиск, как это дресня. Если вы взывали... Ладно, я просто, чтобы затемпить. Просто чтобы затемпить. Даже ходить не буду в него, пофиг вообще. Хотя, наверное, стоило, если у него есть какая-нибудь удваивалка ХП. Я не думаю, что у него есть. Я думаю, там такая же, типа, вот дефолтная сборка от близов. Раз сталкер не играл, мы сделаем акцион по нему. Какую-то еще олдовую игру или две. О, карта, которую я анонсил. Вы вызываете Голокронду. Так, три монетки. Сколько у меня? 8. Это будет 7. Но я не смогу... А, нет, я смогу поставить, например, Эдвина Ван Клиффа. Но лучше это сделать на следующий ход. А лучше вообще на 7. Да, на 7, кстати, было бы... Ну, кстати, Яспер зря сделал. Мог добрать карту. Но почему-то не стал этого делать. Давайте просто взовем Голокронду. Я могу просто супер... Сильный ход сделать, сыграть убийцу, сыграть авантюриста, потом три монетки и Эдвина Ван Клиффа. Это вообще, конечно, жестко будет, жестко, но это на 7 мане только получается. Ты сказал серьезно, что будут давать всех Голокрондов? Да, всем дадут всех Голокрондов. Ну там, правда, сильный Голокронд. Это типа показало, что он качается, у него Голокронд в руке, типа, вот эта вот карта моргнула. Три манула. Слушай, это вообще сейчас может быть... А это может быть вообще сейчас супер крутой мув. Это сейчас будет такой жирный ход.
под этой самой, под двумя акулами. Это ж боевой клич. Это 6 монеток просто. Лол. Это 6 монеток, чат, 6 монеток. Сюда, бабло. Сюда, донаты. И дадим леги 5 классам. Ну, слушай, остальные классы очень сильно, мне кажется, просядут. Ну, возможно, какой-то класс просто будет их контрить, у которого нет голокронта, такой охотник на голокронтов, условно говоря. Не в смысле класс охотник, а в смысле... Работать он будет как антиохотник такой. Так, ну что мы делаем? Это мы типа сюда трейдим. Добро, добро. Сначала мир так. Очищается от скверны. Старейшина Мурлуков очистил скверну на 30 рублей и говорит нам МРГЛНЛ мрыгл мрыгл МРГЛЛГЛ МРГЛЛГЛРГР мрыгл мыгл глырыгл. Блин, одной просто монетки нету, ну типа некуда было ее поставить. Такой отстой. Ну, точнее, не было места в руке. Можно было бы прям тут нормально прокрутить. Могу добрать карту, оно мне надо. Даже две карты. А, нет, подожди, не могу. А, нет, могу. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. О, голокронт. Бам-бам-бам-бам! Бам-бам! Что? 34-34, Эдвин Ван Клифф под акулой, просто здравствуйте. Здорово, Тимурик. Понимаю, чат, понимаю. Но он сейчас может Галакронда сыграть. Но Галакронду еще нужно попасть. Пятерку он потратил, которая убивала существо и взывала Галакронду. Он очень рано ее отдал, на самом деле. Если сейчас этот Эдвин Ван Клифф просто его убьет, это что за Battlegrounds просто? А, есть у него второй временный разрыв. Неприятно. Ну ладно. Обидно даже как-то немножко. Вы берете две карты, они стоят ноль. Две карты за ноль. Две карты за ноль, чат. Оно того стоит, чи не стоит? Вот не знаю. Прихвостни. Ну, две карты за ноль, я могу пробафать авантюриста. Две карты за ноль, как ты... Литол? Да нет, какой литол? Там 28 хп. Какой литол? Так много вариантов. А, кстати, я 4 карты доберу. Но нужно оставить это место на столе. Да, все верно. 4 карты же доберу. Боевой клич под акулой. Двойной клич Галакронда. Сработает ли? Ну. А вот и не сработал под акулой. Ну и говно. Понимаю, чат, триманула. Деньги за кровь. Не работает. А странно, кстати, на самом деле это же боевой клич. По факту это должно работать. Чей там не такой боевой клич? Чей боевой клич там просто приз... Ну-ка, сейчас я прочитаю, твою мать. А ну. Боевой клич. Вы берете карту, она стоит 0. Ну так все правильно. Почему добралось не 4 карты, а 2? Улучшение акулы теперь не работает на Галакрон, да. Обидно! А билка моргает. Серьезно? Да, слушай. Это, возможно, только золотая моргает. Прикольно. Ну-ка, эмоуты. Но это тот же самый. Спасибо. Да, они каждому Галакронду свои эмоуты придумали. Балдеж. Твою мать.
Ну я там не особо-то что-то играл. Там условно существа. Триманула. Выбранное существо получает плюс один к атаке. Окей. Работаем сверхурочно. Проблема в том, что... Ну, у меня летал как бы. Точнее, на обилку хочу посмотреть. Воу. Сильно. Сильно. Сильно в скобочках нет. Я принимаю вызов. БМ пошел, ребят. Пошел пожилой БМ. Пошел пожилой БМ. Оля. Я в итоге сейчас еще и это самое. Обосрался, потому что пропустил летал. Ну, неважно. А нет, не пропустил. Калькулейтед! На самом деле, ни хрена, я думал, что я пропустил летал. Но я не хотел его на самом деле убивать, я хотел просто покидать картишки новые. Прикольно, прикольно, прикольно. Натиск дракона. О, кстати, мы можем открыть бустер, посмотреть на анимацию бустера. А ну. А ну, ребят. Воу. Просто, но красиво. Мне нравится. Мне нравится. Класс. Давайте все откроем, чё. Smells like понос. Дай легендарку открыть, а. Бам. Какая же сексуальная тестовская рубашка. Просто драчу бибу, бибониху свою. Так. Галакронт понравился? Классно, классно, классно. Эдвин 34-34. Это, конечно, орево просто. Сакшен! Сбили драконы в роковой полет. Ветер войны в небесах поет. Взмах крыла и решен исход. That's amazing. Прожжет вековечный лед. Здесь добро и зло делят небосвод. Один летит, а другой падет. Oh, yes, sir.